Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Юрчик. Сегодня со мной играет Донни, и это шоу «Битва Ров» в GTA 5 онлайн. Какой сиандр, дорогие мои! Там такой пончик смачный прошел мимо. Надо отобрать его и съесть. Короче, ребята, сегодня мы с Тосков снова на деле. Это значит, что в течение 5 минут мы постараемся угнать как можно больше дорогих, а самое главное, быстрых и хороших тачек, дабы потом провести испытания. Все очень просто. Так, секундомер я поставил, поехали. А что будем делать с вот этим? Вот, что ты натворил? Багаж. Не знаю, твой багажник, чур, убираем. Багажник мотоцикла, да, видимо? Не-не-не, машину, которую ты угонишь первый. Так, мне самое интересное, знаешь, что? Где тачки? Я не вижу ни одной тачки. Вот просто ни одной тачки не вижу. Может, конечно, у входа есть казино. Так, ну-ка, и... Нифига, тут делегация, что ли? Понимаю. Что там? Ну, как минимум, есть дорогие экземплярчики. Слушай, а что это все возле казино? Это типа, чтобы тачку поставить, если проиграл все? Не знаю. Понимаю. Это все, что? Бугат. Бугат. Бугат возле казино, это хорошо. Бентайга. Короче, там только что два байкера на байках выехали, то есть из базы своей куда-то в сторону казика. И я первый раз, если честно, увидел, что байкеры выезжают на мотиках, прикинь. Либо я настолько на GTA, на окружающий мир внимания не обращаю в последнее время, либо это что-то новенькое, прям серьезно. Так, вторая тачка, не весь какая дорогая, но неплохо. Так-то себя чувствую, кстати, управленница. Опять байкеры. Магнум. Слушай, ну недорого, но достойно. В принципе, плюс и минус летает. Так, ладно. Недорого, но прям прыгает хорошо. Бентайга, конечно. Хотя Бентайга я бы не сказал, что тоже овощ полная. Она, в принципе, плюс-минус неплохая. Единственное, только у нее там проблемы с бамперами. Джампшут стоял какой-то. Проблемы с бамперами. Так, ладно. Продолжаем, ребята. По времени все хорошо. Солнышко светит, день хороший. Хабара намечается много, я чувствую. Так, отлично. У меня еще одна машина, и тебе это понравится. В золоте прям... Реально? Хорошечно. По любасу. Там баба что-то на этом орала. Что это за хрень какая-то? Что-то типа того сказала. Центенарио пригнал, дорого. У меня, кстати, регерка подешевле будет, чем Центенарио. Центенарио где-то в районе 3 с копейками стоит лямов баксов, поэтому ну такое. Центенарио вообще, да. Да-да-да. Дорогой аппаратик. Так, Макларенидзе у меня тут еще есть. Ну слушай, мне пока нравится то, что я наблюдаю. Тачки неплохие. Прям вот весьма. Не поцарапал даже. На самом деле тоже у меня есть варианты, которые прям мне понравились пока. И я их забираю спокойненько. Пока понравились. Ну пока нравится, забирай. Пока понравились. Ух ты, нихера. Слушай, Зен, вот так как бы. Сатуарио подлетел. Нормально. Красиво. Да-да, красиво. Казалось бы, машинка маленькая. Блин, что-то с утра пораньше. Казалось бы, говорю. Типа, уснул нормальным человеком, проснулся заикой. Ну, такое себе, на самом деле. Что-то может ночью присниться, чтобы такие были дела, ребят. Когда гром ударил ночью. Да-да-да-да. Напишите в комментарии, как вы думаете, как такое могло произойти. Так, ну, у меня овер дешевый и просто хлам, но при этом очень быстрый хлам. Тут как минимум, наверное, движок стоит дороже, чем сама машина, а так кузов, конечно, не особо прикольный. Слушай, золотой байк. А я пригнал формулу, братан. Да ладно. Золотой байк? Да, я на золотом байке еду. Ну, либо он оливковый такой, знаешь, но больше на золото похоже. Наверное, да. Так, ладно, почему бы и нет, в принципе, я не против, и у меня тут что осталось? Отполированная оливка. Отполированная оливка, понимаю. Хураканчик. В принципе, перформант их почему-то оранжевый. Можете типа блогер. Все сразу в комментариях. О, блогер. Угадайте, ребята, чей? Чей может быть агрегат? Так, окей. Да, ну эти блогеры. Остается 4 байка. И остается у нас где-то минутка. Короче, надо действовать. Бэха тоже. Нихера себе прикольный цвет, кстати. Да, прикинь. Такой оттенок приятный. Непонятный, но приятный. Так, ладно. Непонятно, но приятно. У меня остается последние 2 тачки, и я сейчас привезу как минимум 2,5 ляма. Ну, уже, наверное, 2,300, потому что я снес заднее этот крыло. Да? Просто шарканул байком, немножко не рассчитал. Ну, неплохо. Но неплохо, конечно же, в реалиях, ребята, наших сегодняшних тачек, которые я здесь вижу. И мне кажется, здесь самая плохая машина, это реально Бентайга. Вот серьезно.
Она вот пока прям да. не вписывается во все это. Сиан, ни хера себе, еще три ляма приехала. Еще и чит. Еще да, и да, чит. Да. Короче, вообще хорошо. По хабару, я реально не знаю, ребята, тачки у нас сегодня очень дорогие. Вот серьезно, прям реально дорогие. И у меня последняя тачка, очень, и тебе очень это понравится. Дорогие. Это ответ на твой F1. Да, я нашел тоже гоночный болид. Тоже гнал. И мне больше всего интересно, какого хрена она там делала. Все-таки на болиде просто так по городу не покатаешься. Ой, тормозов-то нету от слова совсем. Прям такая скользящая тачка. Что ж, ребята, давайте посмотрим на хабар. Ну, у меня дорогущая Бугатти. Что тут? Аперта, Макларен, ну и Ригера. У тебя тут и Сиан, у тебя тут и Центенарио, и Зенва. И Сиена еще. Ну, Сиена самая дешевая, в принципе, из дорогих тачек. Да. Ну, я не знаю. Блин, по цене, ребята, плюс-минус мы реально должны быть где-то вместе. Ну, не считай Бугатти. Бугатти там все покрывает. Вот если ее исключить, то плюс-минус, мне кажется, прям достойный сегодня хабар. Поэтому предлагают праздновать. Но после того, как прокачаем тачки, проведем парочку испытаний. Поехали. Итак, ребята, у нас розыск. Ну, мы специально пока сюда сюда добирались, короче, зафляндили копов. У нас 5 звезд. Прям очень хорошо у нас это получилось. Ну, поедем до военной как базы. Тебе мои колеса? 8К... А у меня, наверное, не поменяется. Хотя не меняется. Ну, кстати, неплохо смотрится. Прям вообще такая, как будто багги, а не Формула-1. Мощно. Раз, два, три. Господи, это что, это выстрел был уже? Да, похоже. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Держись, молодой. Я с тобой. Блин, а мне нравится, как смотрится формула на этих колесах. Прям вообще шикардос. Прикольно, да? Такая реально, типа, а-ля багги. Поворачивай, ебарасы-то. У тебя с поворотами проблема, у меня проблема с тормозами прям. Мне кажется, в этой машине главный тормоз. Да я ты откуда появился, гном Гномыч, мать твою? Просто из земли, из ниоткуда хер какой-то вылез. Просто я со всей дури в него врелся и так же вот разлетелся. У тебя отлетел, кстати, этот. Как правильно называется-то? Да, знаю. Нос. Хвост. Сплиттер. Сплиттер. На самом деле, прикол в том, что, короче, есть такая странность, как будто эта машина, знаешь, вот она как будто центр находится сзади, а морда такая, знаешь, типа сам по себе вообще там болтается во все стороны. Ну, у многих формул, на самом деле, такая фигня. Ты так нет, от нее же прям перед моими глазами. Я еще, главное, за тобой тупо ехал и такой думаю, налево, направо, ты как прямо дал. И сразу все вопросы отвалились. Ай-яй-яй. Так. Врежься. Не хочу. По-братски. Главное, что по-братски вот эти меня не поймали. Вот эти братцы, они смогут. Ты-то, я же говорю, смогут. Вот, хорош, малой. Ой-ой-ой. Колеса. Что такое? Лопнуло. Левое, переднее. Смяло скорее. Ну, может, смяло. Вау, пацаны, вы откуда здесь? Так, на самом деле, прям скорость это что надо. Ну, 340 я как минимум видел. Ребят, напишите в комментариях. Максимальные скорости! У меня тормозов нету, я поворот просто пролетел. я понял, поэтому я намного заранее затормозил. Понимаю. Потому что, ну его нафиг. Так, ты немножко впереди. Решил срезать, я вижу, где, тоже хочу, да, копов до жопы, до жопы, копов, оп, идеально, ну почти, прям не съезжал, а перелетел весь проезд, давай ты врезайся, понял. А ты еще оффроуд колеса поставил же, а? Жучара, кстати, да, вот до чего, кстати, вот да. До чего, это не было запланировано, не было запланировано, ну это, наверное, тебе чуть-чуть помогает, че у меня копы все в воду уехали. Слушай, а это интересно, это же кастомный уход колеса, как бы, не ощущаешь. А это с этого, с кузнечика. Обратил внимание, что это на кузнеце такие колеса у нас стоят. Не-не, это прям, у меня же есть новые колеса здесь стоят, это реально новые колеса. Да? Ну, на кузнечике вот такие же. Это, да. Поэтому, интересности, что он их не дает или нет, я финишировался. Я прямо за тобой, но мне меньше повезло, у меня там просто передние покрышки трактор, блин, зацепа не хватает. На самом деле мог выиграть, у меня вроде по скоростям хорошо, но тормоза прям подвели очень жестко, вы, ребята, видели, как я вылетал. Окей, погнали на второй раунд, пока 1-0. Давай. Итак, ребята, у нас прыжок веры, здесь две Бугатти, это братцы один, кабриолет второй нет, и, в общем-то, мой вроде чуть-чуть быстрее, но на максимальной скорости. Сейчас посмотрим, кто улетит дальше, три попытки, в общем-то, давай попробуем. Но машина реально зачетная, ребят, даже для этого испытания. Там плюс 200 почти. Ой, это я видел, да. Вау, меня под жопу пнуло. Ой, хорошо-то как, смотри. Неплохой такой. Нормально, кульбит так, да, на колеса. Хуго босс, блин, просто. Так, ладно. Второй раунд.
второй раунд сразу здесь и сейчас. Давайте попробуем. Надо, наверное, немножко подчинить. Так, отлично, я готов. Давай, поехали. По вопросу того, кто быстрее, ребята, мне кажется, вопрос не актуальный. Теперь ты, да, получил? Я просто люлей. Врезался прям посерединчику, а ты, ну, неплохо доехал, и последний тоже проехал. Проехал, да, да. Да, повезло тоже. Плохо, решающий, неплохо. Решающий прыжок, ребята, решающий раунд. Кто заберет балл, сейчас узнаем. Так, от линии, все по чесноку. А главное, ветрячок не поймать, вот. Ветрячок, на самом деле, это та еще фиговина. О, не, меня поймал. Да, поймал, да? Ну, я немножко в бок улетел, но, тем не менее, даже ветрячки меня не задели. Что ж, ладно, мне чуть больше повезло. Здесь как бы рандом, ребята. Бэхи, как бы говорю, ну, не ударили в грязь лицом. Они друг друга достойны, они хорошие. Поэтому, как бы, ну, у нас ничья. Погнали. Давай. Итак, ребята, испытание качели. В общем-то, как-то я обещал. Вспомнил год назад. Давайте попробуем. Нормально. Здесь два Макларена. В чем суть? Мы на, получается, стоим в вершине, разгоняемся одновременно. Наша задача врезаться лоб в лоб. Кто первый слетает с трека, тот проиграл. Все очень просто. А, ты готов? Давай. Раз, два, три. Поехали, попробуем. Два Макларена. Сена и P1 GTR. Кто ниже? О, я тебя срезал, ни хрена себе! Охренеть! Понимаю, вообще улетел! Брюсовский поединок, да, блин! Да. Прямо насадил, как говорится, на, как правильно называется эта штука, конница-то, блин. Пика. Во, правильно, вспомнил. На копье. Ну, копье, пика, это одно и то же. Да, ребята, это было быстро, это было интересно, но, тем не менее, Сена улетела очень хорошо, хотя у меня, чтобы ты понимал, в кадре мы друг друга буквально чуть-чуть коснулись, прям миллиметрики были. Миллиметрики? А у тебя, наверное, прям не миллиметрики, как я понял. Да, у меня там не, я там, да, там прям, меня прям вынесло конкретно. Понимаю, но это, ребята, рассекрай, здесь ничего не поделаешь. А ладно, 2-1, погнали, проведем дерби. Давай. Итак, ребята, испытание дерби. В общем-то, давайте попробуем. Здесь у нас перформанты против Центенарио. Раз, два, три, поехали. До двух побед. Раз, три. Раз, три. Да. Нам. Так, а ты лопатник, я помню. Лопатник, доставайте деньги, давайте. Ой. Не-не-не. А что-то мне не нравится ваш зацеп, сударь. А мне не нравится... О, о, бляха, муха, души, братан, а ты хорош, а ты хорош. Да, вообще, поверил себе. Мне понравилось. Поехали, второй раунд. Прям тупо поверил в себя, ребятушки. На самом деле, машина, мне кажется, максимально неплохо себя чувствует по зацепу. Ты куда? А, что? А, ты упал? Отлично. Докатался, почему бы и нет. Да. Поехали, третий раунд, тупо. И, ребята, решающий. Поехали. Я вообще не знаю, что там. Колесить-то начал. Ой-ой-ой-ой-ой. Это что, да, это в лоб что-то... получается на скорости? Ты прям вообще никакой? А с места у тебя зацеп хороший. Поднимает. Меня просто подняло задницу, и все, я полетел, и там уже у тебя был разгон. Да-да-да. Ну... Прям уже ударе как-то, да. Я такого не ожидал, если честно. До последнего думал, да, что будем прям бороться за этот балл. Ладно, мне повезло больше, погнали на следующий раунд. Давай, давай. Итак, ребята, я давненько хотел сделать такой эксперимент. В общем-то, это Lancer 2000 сил под капотом, который очень быстрый. Он едет где-то 700, даже может быть и больше, если будет трасса позволять. И против NAT Cheetian, то есть одна из тех машин, которая быстро разгоняется, мы имеем право прожать нитро только для того, чтобы переключить максимальную скорость в потолок 540 км в час, дабы поехать быстрее. Ага. Ну что ж, давай попробуем, это будет реально очень интересно. Давай. Раз, два, три. Ну да. Разница-то есть, ребята, ощутимая против чита. Но смотрите, 600. Лансер не сдается. Так, переключил 150. Только сейчас. 600. Финиш. 650. Ну, 700 где-то было. Ну, ты, то есть... ты бы пошел бы... Да, да, быстрее меня. Меня уже все, я уже уперся в 650. Но я считаю, что на уровне чита Лансер себя показывает все равно очень хорошо. То есть с читом его сравнивать нельзя, но он очень быстрый. Вот смотрите, как у него просто набирается скорость. Да, понятно, что у чита, да, там просто хорош, лютейший реально зацеп. Я уже 770 ехал, чтобы ты понимал, в обратку, и то я начал не сразу. То есть как бы у этого Лансера не жесткий, знаю, сколько жесткий максималка. Вообще, может, реально 2000 км в час, почему бы и нет. Все возможно, как говорится. Что ж, балл твой, но тем не менее этот эксперимент давно напрашивался, мы его провели, ребята, надеюсь, вы уже поставили лайк. Погнали на следующий испытание. Давай. Итак, ребята, у нас испытание смертельные шашки, Бугатти против Бентайги, неожиданно, ну ладно. Раз, два, ну, да, три, поехали. Я, если честно, думал, ты возьмешь Магнум. Воу-воу-воу-воу.
Нифига себе, бунтайка Магнум. Агрессивная. Причем для другого использую Магнум, но Магнум явно здесь на поворотах она как бы сольется. Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Просто ударился жестко. Возьму то, что рулится. Так, ладно. Поехали дальше, попробуем. Ну я тебя по максималке догоняю. Во-во-во, ты куда дал угла-то? Ты прям на меня на капот залез. Понимаю. Вернее, я влево поворачиваю, и там ты меня. Я, короче, тебя обгоняю слева, и ты резко передо мной прям последнюю секунду. Оп, такой. Подреза получил пенделя. Ну это примерно так и работает. Ну камон, ты улетел еще жестко-то на самом деле. Очень, да. Вообще жестко. Я очень улетел на другую трассу как бы. О-во-во. Но я врезаюсь. Но я по максималке тебя напрямую догонял прям. То есть на опережение шел очень хорошо. Да, что-то... Что-то по максималке такая себе на самом деле. Но у тебя неплохой разгон, если честно. Копейками. Но я уже еду 350, разгон, 360. Да. Пролетел бота. О, бочком, бочком, бочком. Меня спас это, только надеюсь, что... хорошенько убрался? Да, нормально. Так, меня стоп спас. То, что я на трассе плюс-минус остался. Да идите вы нахер, что вы меня все подрезаете-то? Ой, ты полетел тоже, смотри. Ну, я не сильно, но да. Да. Ну все, я приехал, короче. Ну, если даже убрать тот момент, что я тебя снес, хотя ты вот он здесь рядом, maybe, но я тоже убирался довольно-таки жестко сейчас, когда обратно ехал, поэтому что-то типа того. Так, ну ладно, предлагаю провести последнее испытание и, в общем-то, погнали выбирать тачки. Давай. Наконец у нас будет Аперто и Магнум. Это съезд горы Чилиат. В общем-то, прямо в дырдочку и колеса. Оп-рот. Вот такие можно поставить. Кстати, ну, они реально прикольные. То есть за счет того, что они какие-то такие квадратные, можно сказать. Они кастомные, неплохо. Да. Так, ну ладно, я готов. Ты готов? Давай, поехали. Раз, два, три. В общем-то, у меня осталось 4 гера. В комментариях уже написали, что ты не использовал регер. В принципе, регера здесь не даст шансов абсолютно ни одной из тачек, которые есть у Ванька. Но ты что-то полетел такой вот не туда, молодой. Наоборот, куда надо. Чё с Аперто? Аперто, ты чё? А чё с Апертой? Аперто крутит, вертит вокруг своей жопы. Реально? Да, чё-то прям. Так и надо. И прямо в елку. Да ладно, повезло. А вон и Магнум летит. Так. Розовенький Магнум. Право руля. Есть контакт. Лево руля. Зависло. О, вижу тебя. Неплохо летит, вперед, братан. А разворот. Солнце светит прямо в зад. Развернись, едь назад, не забывай. Я буду первый. Я первый летел, да. Если бы ты врезался, может быть, у меня еще были бы шансы. Я немножко в сторону летел. Что ж, ребята, такая серия сегодня получилась. Довольно-таки неплохо. Мы с вами обогатились, хорошие тачки угнали. Ставьте лайк, подписывайтесь, пишите комментарии, предлагайте идеи. Ну и, кстати, напишите про максималку, какая была у формулы, потому что интересно, не заметил, не смотрел на спидометр тогда. Всем спасибо, всем пока. Пока, ребят.